Давайте поиграем в бабушку Гренни. Так, что у нас здесь? Получается, мы просыпаемся в какой-то комнате. День первый. Так, просыпаемся в комнате. И сейчас будем смотреть, что тут делать. Вот, проснулись. Ну что ж, пошли. Так, вот эта комнатка есть у нас. А, давай ее, эту дверь откроем на всякий случай. Если что, будет куда нам убежать. Так, здесь полочка какая-то непонятная. Так, а здесь... А, здесь, смотри, нужно колесо какое-то. Квилс. Так, это комната пыток. Так, нифига себе. Острые штыки, и так вот он умирает. Так, а эта штука включается? Ага. Все понятно. О, дед! А-а-а, как ты здесь очутился? Да, прибил меня дедушка. Офигеть. День второй. Как, откуда он там взялся-то? Дедулька-то этот. Все, оклемались мы немножко. А, смотри, он начал немножко хромать даже, смотри. Так, пошли в эту комнату. Посмотрим, что здесь интересное. Так, никого здесь нету, а? Так. Вроде бы никого. Ох ты! Так, мне нужен ключ. А вот и лодка. Так, сюда нам нужно... Газолин, ну какой-то этот самый, топливо, хорошо. Так, коробки, здесь мы можем прятаться, да, я так понимаю. Какая-то труба, непонятно, что оттуда вольется. Ага, ну это, видимо, какая-то фигня льется отсюда. Ладно, пошли дальше. Пошли наверх. А, наверху посмотрим, что интересного есть. Так, это моя комната. А, это эта комната пыток. Все понятно. Пошлите наверх. О, смотри, бабка идет, да? Ага. Так, она идет, мы сюда прям идет. А, давайте, значит, сюда зайдем. А, спрячемся. Спрячемся здесь. Ага. Все, мы спрятались под кровать. Бабка подошла, смотрит. Она еще здесь. Так, давайте отвернемся от бабки. Все, бабка ушла. Хорош. Так, она еще бабка здесь оставляет эти самые. Как тебе сказать? Всякие ловушки. Вон она идет. Смотри, а так она меня не видит, интересно. А-а-а, увидела. Нельзя близко к бабке подходить, она тебе может шлепнуть. Ну ладно, будем знать. Ну что ж, поиграем дальше в бабушку. Так, у нас уже второй день и, если не третий, я начал уже хромать. Конкретно причем. О, дед идет. Ё-моё, да у деда это, смотри, ключ. Ключ на этом самом. О, куда же мне спрятаться, куда же мне спрятаться? Пошлите быстрее сюда, спрячемся. Спрячемся быстрее. Все, ух, спрятались. Вот он дед, а? Так. Чего тебе надо, а? Иди отсюда. Так, ну ладно, сейчас немножко посидим. О, все, уходит. Ушел дедушка. Но мы еще подольше немножечко посидим. Все, я думаю, можно идти. Он ушел. А, нет, смотри, он стоит. Капец, пошли отсюда, сюда зайдем. Спрячемся от него. Так, а тут нету никого бабки. Бабка вниз не пошла, интересно. Так, ну что, ты ушел, дед? О, что это такое? Ты видел, что-то там наверху было? Не понял. О, смотри, дед опять идет. Ё-моё, как он меня достал. Давайте
Сюда пойдем. Он идет за мной. Ё-моё, убегаем. Дед идет за мной. Давайте за коробки сюда спрячемся. Все, будем надеяться, что он сюда не пойдет. Так, тихо сидим. Давай посмотрим. Пришел он сюда или нет? Вроде нету его здесь. Так, ладно, давай поближе сюда встанем. Не, нету деда. А, он сюда даже не спускался, получается? Ну, вроде бы не спускался, его здесь нету. Деда. В комнате тоже его нету. Ладно, пошли. Нам нужно наверх пойти. А, вот он, дед, кстати. Блин, он нас опять увидел, убегаем. Смотри, опять за мной идет. Смотри, он сюда, интересно, спускается. Но как бы, я не знаю. Да, он спускается за нами. Так, а ну-ка, вот он идет сюда идет. Так, а мы здесь спрятались, и он не должен был нас видеть. Ах, щелкнул нас дедушка. Ну ладно. Так, ну что ж, мы играем в Гренни. И это, ребята, уже пятый день. Или четвертый, наверное, день. Под нас постоянно дед убивает. Даже не бабка, а дед. Так, наконец-то мы проверим, что здесь есть. Давай этот кинем сюда. Эту самую штуку. Чтобы они туда побежали за ней. А мы здесь посмотрим. А, это вот эта штука должна отодвинуться сейчас. Ладно, если что, мы здесь прячемся. Откроем сразу здесь дверку. А здесь что у нас такое интересное за помещение? Давайте закроем дверь. Посмотрим. Вот здесь, я знаю, надо спускаться вниз. И здесь есть вот такой вот вентиль, который нам нужно открыть. А, need French. Мне нужен ключ. Так, ключ нужен. А где же мы этот ключ возьмем? Я еще пока не знаю. Так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, а там что такое? А я хочу туда пройти. Как мне туда пройти? Так, получается, мы прыгать не можем. Если только разбежаться. Ага, здесь здесь ничего интересного нету. Ну давай попробуем разбежаться, туда побежать. Ой-ой-ой-ой. Так. А, какая-то фигня нас съела. Ладно, будем знать, что туда лучше не прыгать в эту воду. Так, пятый день. The last day. Последний день. Мы опять проснулись в комнате. О, сейчас, короче, я быстро все буду делать. Побегу сейчас наверх. Ой, вообще хромаю конкретно причем. Так, это я сюда бросал. Давайте посмотрим, здесь пусто. А здесь что за комната с электрошоком? Непонятно. Ага, давайте посмотрим. Ящики. Так, пустые. О, не-не-не-не-не, смотри, мы что-то нашли. Так, это у нас получается, ребята, для нашей лодочки. Запчасти. Пошли сейчас. Как раз поставим запчасть на лодочку. Так, куда? Вот сюда, наверное. Да, да-да-да-да-да. Это получается свеча зажигания. Но тут еще много всяких штук надо поставить. Пошли еще раз наверх. Да, главное бабку с дедом не встретить. О, бабка идет. Бабка. Давай убегаем сюда, прячемся. О, успели спрятаться. Ждем, пока бабка не уйдет. Как так? Она так умеет делать? Нифига себе. Бабка залезла.
Вот гады, смотри, что бабка залезла прям туда. Чудище там какое-то будет. Смотри. Дед позвал вот это чудище, и оно нас съело. Вот такая вот игруха.